Дорогие друзья, всем привет! Спасибо вам, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас очень интересный рецепт я для вас подготовила. Говядина в водке. Так вы точно еще не готовили. Берем говядину, такую красивую, я постаралась убрать все жилки. В пакет мы добавляем, я буду закладывать сюда мясо, я буду рассказывать. Водку, соль, сахар, перец горошком. И растительное масло. Можно еще добавить перчика. Вот так. Хорошо это все так перемешиваем. Видите, соль, сахар надо, чтобы растворился. Перекладываем в пакет и в какую-то емкость. Ставим, выпускаем весь воздух. Ставим в холодильник на 3 суток. Так, в день так пару раз перемешаем, перевернем, чтобы маринад полностью пропитал все мясо. Прошло 3 дня, я уже вытащила с пакета. Вот такая красота у меня получается. Очень красивое мясо. Видите, внутри у меня пока еще красное. Чем дольше будет храниться, оно будет вкуснее и... Тогда будет оно все темное. Вот такое замечательное мясо. Очень вкусное. Очень вкусное, ароматное. Если вам есть, например, запах водки, вы просто промокните бумажными полотенцами, выложите на полку холодильника, и пусть оно немножко полежит, не завернутое. Просто... И вкусно. Просто очень вкусный рецепт и ароматный. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока и до новых встреч. Красота. Посмотрите, какое это красивое мясо. Хочу вам поближе показать. Всем пока и до новых встреч.